Всем привет! С вами канал Супер Тюнинг, и сегодня мы будем с вами тюнинговать вот эту вот Honda. Это Honda Civic Type R трехдверная. Так, также хочу вам сказать, что если вы хотите, чтобы мы затюнинговали какую-либо вашу машину, пишите про это в ваши комментарии, указывайте модель и марку вашего автомобиля, и мы совершенно бесплатно сделаем тюнинг проект для вашего автомобиля. Итак, ну а сейчас, как я уже сказал, мы будем тюнинговать вот этот замечательный Civic Honda Type R. Итак, трехдверный Civic. Так, отличная машина. Ну и скажу вам сразу, буду смотреть так, что у нас есть. Давайте смотреть, что у нас имеется. Как вы видите, нету сразу полностью всей композиции, все нужно делать самому. Давайте посмотрим, что у нас есть из переднего бампера. Так, передний бампер. Итак, вот такой вот бампер мы поставили, довольно таки, я скажу, серьезный, сердитый вид приобрела наша машина. Так, давайте теперь поставим задний бампер. Поставим его по принципу такого же, как и передний. Вот, задний бампер у нас тоже с решеточкой, как и передний. Все. Вроде пока у нас все замечательно. Пороги. Ну, давайте посмотрим, что мы можем сделать с порогами. Вот наши пороги. Вот мы изменили немного наши пороги, как вы видите, появились такие отверстия. Так, передние фары, что мы имеем? Вот стандартные, и можно сделать затемненные фары. Так, пусть наши фары пока останутся затемненными, а мы переходим к задним фарам. Так, опять же мы их утемним. Так, верхний спойлер, капот. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с нашим капотом. Итак, мы поставим на наш капот две такие вот пластиночки, чтобы он отличался. Итак, зеркала, верхний воздух, воздух капота. Давайте воздух капота. Так, если у нас везде решеточки, поставим воздух вот с решеточками такой. Такой необычный. Ну и давайте попробуем поставить еще верхний спойлер. Он уже стоит вот. Но попробуем что-нибудь. Нет. Ага, это спойлер обычный. Так, а вот он верхний спойлер. Так, спойлер обычный. Так, верхний спойлер мы как бы убрали, да? Нет, нужно его вернуть, я думаю. Не, ну это будет слишком. Такой маленький оставим, как и был. Ну, в принципе, да, неплохой такой спойлер. Можно вот такое вот. Ну, смешновато выглядит такой спойлер. Посмотрим, что еще мы имеем сейчас. Вот. Вот еще один из спойлеров. Опять же, как-то он так мелко выглядит. И вот такой вот спойлер, как бы ушки мы поставим. Так, что ж теперь еще поменять? Давайте посмотрим диски. Диски мы так и не выбирали с вами. Так, вот стоят стандартные диски. Давайте выберем какие-нибудь более лучше. Или давайте сначала определимся с цветом. Давайте цвет нашей машины. Убираем все авто. Давайте тип краски у нас. Давайте переливающиеся возьмем и посмотрим, как будет смотреться переливающийся цвет. Так, и выберем, наверное, выберем, не знаю, красный. Нет,
Выбрать. Давайте выберем красный для всего автомобиля. Такой переливающийся красный. Ну, в принципе, да. Я такой цвет, наверное, оставлю. Так, что мы можем еще сделать? Подвесочку опустить. Ну да, немного опустим подвесочку. И теперь выберем наши диски. Вот, вот такие вот диски мне понравились. Такая кровожадная. У нас получилась Honda. Переливающийся красный цвет. Так, давайте найдем для нее такой же интересный фон. Наверное, это будет вот тоже такой же красный фон. Вот, отличный, отличный фон для нашей Honda Civic Type R. Итак, на этом мы будем заканчивать свой обзор. Напоминаю, если вы хотите увидеть свой автомобиль тюнинг в проекте, пишите в комментариях. Мы здесь абсолютно бесплатно для вас это сделаем. Всем пока. Смотрите наши видео. Подписывайтесь на наш канал.